Привет! Сегодня Привет. У нас в гостях Сергей, и мы решили вместе с ним попробовать великолепную вкусную селедочку, которая называется как? Сюрстрёминг. Сюрстрёминг. История очень интересная этой селедки. Знаешь, как она делается? Насправді ні. Я бачив лише кілька відеороликів на Ютубі. Дуже сміливі люди намагалися її скуштувати, і це завжди закінчувалося дуже неприємними кадрами. Ну ми теж сміли, у нас вийде, як ти думаєш? Я сподіваюся, що ми це витримаємо. Насправді я дуже хвилююся, бо... Знаєш, як з'явилася ця селедка? Ні. Але знаю, що ти знаєш. Да. В 16 веке в Швеції кто-то там воевал с кем-то. Я не знаю, кто воевал. Зачем мне знать, кто воевал? Пугани с добрыми, как завжди. Да, и появился недостаток соли. Понимаешь, такое тоже было. В Швеции. Да. Ну, где Швеция, а где Крым. А где Крым, там где соль, конечно. Вот. И они начали... Або Артем Силь, да, тоді ще... Артем Соль тогда еще, да, наверное, да. Еще никто ее не выкупал. Не выкопал. Они начали не солить селедку, а квасить. Это балтийская салака. Квасить селедку чи квасить... Они квасили и квасили. Ага. Вони спочатку почали квасить, им пришла в голову идея... И появилось это великолепное блюдо, которое называется сюрстрёминг. Серега, ну что, надо ее открыть, но... Открывать ее очень сложно, потому что она очень сильно уже вздулась, потому что она бродит в банке. Я бачу, она же схожа на... На летающую тарелку, мне кажется. Да, НЛО. Нам потребен Малдер и Скали. Совершенно верно. Для консультаций. Ну ты осторожнее, все взорвется. Кто будет открывать? Я нет. Давай я. Давай пробовать. Прошу. Давай нагадаємо, з чого все почалося і чому вона здулася. Пам'ятаєш, ти в Фейсбуці написав пост, це було ще в лютому, да. Кілька місяців тому. І я зголосився на цей експеримент. З тих пір ми чекали гарної погоди, а за цей час ця консервна банка трохи здулася. Да. Навіть не трохи. Да. Але я думаю, що гірше від цього смак вже не буде. Абсолютно. Ми не узнаємо, іспорчена вона чи ні. Да. Давай, приступать. Я прям волнуюсь. Серега, как ты ее будешь открывать? Ты посмотри на нее, это ж бомба, бимба, как говорил этот Азирович. Азиров, да. Бимба. Это будет зараз бимба. И как ты ее собираешься открывать? Я так думаю, что, меркуючи с техники безпеки, так. Нам потрібно це зробити у воді, так. Щоб, якщо вона зараз бабахне, не довелося спалювати всю цю бесідку і евакуювати. І Єреванський квартал. Да. Понял. Да. Ну давай бо потім нас спалять мешканці. Міста. Да. Ну як мінімум Єреванського кварталу. Тебе в першу чергу, бо ти депутат. Так. Да. Всіх депутатів є за що спалювати. Yes. Давай. Давай, Сережа, давай. Я в тебя верю. Ты, главное, так... Давай, сильнее. Я боюсь. Я тоже боюсь. Ну, бахнет так бахнет. Давай. О, пошло. Запах. Пока нема ничего. Я пока ничего не вычуваю. Все, пусть давление выйдет. Йо, пошло. Матюкаться тут можно? Нельзя матюкаться, ну. И это в воде, ребята, боже, за что, прости меня, господи. А ты точно есть прямо? У меня руки трусятся. Фу, у меня слезы пошли, ничего. Давай. Фу. Не може відкрити. Блін, вона зроблена з валерійської сталі, блін, її відкрити неможливо. Блін, може вже якось відкрити її? Тебе почекати, бо ти зараз все пропустиш. Смай. Блін, насправді вона зроблена з дуже міцного металу. І наші відкривачки її не беруть. Ой.
Так, здається, в нашому дуеті є втрати. Я тебе почекаю, ти повинен це побачити. Що? О! Красиво! В принципі, виглядає. Насправді, вона виглядає ще гірше, ніж запах. Поїхали! Друзі, я чуть-чуть отошел, знаете, по каким причинам. Носом не дышу, потому что нужно еще попробовать эту штуку. Поэтому мы сейчас с Сережей ее промоем, сделаем бутербродик и будем кушать. Спасибо. Я думав, що на передіжом буде. А шкода, що ви зараз не бачите обличчя нашого оператора. А він каже, що навіть техніка почала глючити і фокус не наводиться. Мабуть, це від високих доз запахів. Серега, ти знаєш, як вона готується? Чесно, ні. Але я знаю, що ти знаєш, да. Ти готувався. Опять же, я знаю, вони їдять їх. С шведскими хлебцами, но так как я уже ранее говорил, у нас хлебцов нет, мы взяли лаваш армянский. Спасибо армянам за такое прекрасное блюдо. Мы его разрываем на кусочки, кладем туда картошку, можно с зеленью. Сверху кладем лучок и вишенка на торте. Сметана 21%, не делаем рекламу. Не яготинская. Но для начала эту селедку нужно промыть от этого великолепно пахнущего рассола. Мыть будешь, как гость, ты. Я. Поехали. Итак, начинаем? Да. Поехали. Вот так. Великолепно. Давай еще. Лучше не будет. Хуже. Клади. Давай, вот так все бери, да, с этими. Ох, какая вкусная, а? А, класс! Переворачивай. Давай еще там что-то, жижа какая-то. Да, жижа, она вся уже жижа. О, сразу хребет можно убрать. Ага. Ох, какой вкусный. Кидай на пол. Коты сожрут. Котов спалить. Ах, какая красота. О, икорка. О, с икрой. С икрой. Нам повезло. С икрой. А мой и мой отрубать придется по-любому. Да, обе. Да. А потом будешь с культяпками ходить. Я за кнопкодавство. Вы не ради, блядь. Я буду как Джейми Ланнистер с золотой рукой. Это кто? Золотая... Ты... Из этих. Ладно, у тебя новая кличка. Золотая рука Сергей. Есть? Итак, друзья, мы идем пробовать. Я сделал вид, что понюхал великолепную... Что? Хрень. Рыбку. Рыбку. Тут мальчики и девочки. А это сейчас мы сольем моим калифорнийским червям. Покажите, пожалуйста. У меня есть пропозиция. Передати цю штуку на баланс ДСПЧС, хай вони десь там на буряковку закопають. На буряковку і зальють бетоном. І буряковку закопати ще зверху. Да. От це клас. Ще арку побудувати. Це обращення к директору станції, або хто там у них начальник. Єлі как, друзі, ми її помили. Молодець, герой, помил рибку, руки до сих пор валяють. Конечно. Я тепер 3 дні десь в буферній зоні поночую, в лісі десь. Да, хорошо. Это правильно. Меня можно в подвале поночевать. А теперь мы, друзья, будем делать великолепные бутерброды. Для этого нам понадобится лаваш. Разрывай лаваш. Так, на какие шматочки? Ну вот, какой в рот влезет теперь, если влезет. Давай, даже двойной можно сделать. Я беру сметану. Да? Вот так красиво. Пойдет, да. Красота. Вот, я сюда положу сметанку. Чуть-чуть сметанки. Вот так. Сметанка. Сейчас. Ты помнишь, как много мух словилось, да? За всего района. Со всей Киевской области, мне кажется. Хотя бы в Черниговской. Наголошу, меду тут немає. Нету. На что они взлетелись? Я не знаю. Так, вот так вот делаем. Давай сначала два бутерброда сделаем, да? Давай. Два. Тебе и мне. Да. О. Если мы выжим... Если выжим, будем угощать друзей.
да. Якщо вони в нас ще залишаться після цього. А їх уже нет. Я не знаю, от оператор вже став і дружить. Да, я не знаю, як друзі, але сусідів в тебе вже, мабуть, точно немає. Нету. О, смотри, Сережа, как красиво. Ой, красота. С укропчиком. С укропчиком вкуснее будет, да, ребята. Да. Вот так, по чуть-чуть. У меня руки трусятся, потому что воняет. Вы не думайте, что я это. Так, хорошо. Теперь, Сережа, давай, бери лук. Лучок бери. Сколько тебе надо? Ты любишь лук? Я люблю. Ну, дивлячись в каких ситуациях. Вот так. О, красота, мне хватит. Да? Давай, ага. Тебе тоже одну положу. Давай. Я думаю, что да, эта цибулька, она будет трошки нейтрализовать. Абсолютно, абсолютно. И теперь мы берем самое главное наш продукт. Извините, что я в нос говорю, потому что если я сейчас вдохну, все, до свидания. Ищите нового оператора. О, муха. О, муха. Это наши друзья. Так, да. Так, Сережа, ты с икоркой любишь, да? О, да, икорку я люблю. Ай-яй-яй, Сережа. Ой, какая вкусная икорочка. Простите, глядачі не бачать, але твої рідні позакривали всі вікна і двері в будинок, бо вони кажуть, що їм там воняє. А мені кажеться, що вони не вруть. Закрили... Я їм вірю. Я теж. Закрили всі окна і двері. Фу, да, Сережа, куста? Нічого? Пойдет, да? Воно поки лежало, ми не чіпали якось нормально, а коли ти почав його вивертати, то починає вивертати. Это тебе бутербродик, сейчас тебе сделаю. О, фу, у оператора уже руки трусятся, ему зводить руки. А у меня вопрос, оператор, а как, ты не дышишь? Сколько ты уже, час не дышишь? Мне кажется, сейчас, вот смотрите, какая, ля-ля. Это я не дышу. Это я не дышу. Да, хрипли не будем. Але выглядает прикольно. Ничего, да? Да. Вот. Ты мне корочки поклал? Конечно, отдай экран. Теперь заворачиваем. Вот так. Да, это выходит такие прям... Да, такие рулетики. Макфлури, чьяк там? Макфиш. Фишмак. Фишмак. Я работал в Макдональдсе, я даже помню. Горчичный, барбекю, кислосладкий, карри, кетчуп, майонез, или новый соус, вестерн. Ивенту фигню за 10.80. Ивенту фигню за 10.80. Итак. Ну что, ты готов? Нет. И я не готов. Ну надо. Так, відкусив, проживав. Проживав, запил квасом и вперед. Якщо вижив. Если выжил. Если не выжил, звоните в скорую. Ваше здоровье, давай. Бля, я боюсь. Если что, по 40 рублей на витки скинем, все, давай. Тільки живіть квіти, бо я проти... Я теж проти пластика, правильно. Да, ми вчора обсуждали, я з жінкою по цьому поводу поссорився. Давай. Сережа, рыгай туда, я потом уберу. Знаешь, фу, ты еще говорить можешь после этого? Нет. Вот что меня зараз рятує, это молода картопля с укропчиком, зеленой цибулей. Да. Воно трохи перебивает цей чарівний смак. Как тебе на вкус? Расскажи. А оця ікорочка, вона зараз хрумкає на моїх зубах. Я просто намагаюся не дихати в цей час. Солена? Ну, знаєш, да, вона дуже солона, але я не знаю, що більше. Вона більше смердить, чи вона більше солона. Ну, я не знаю, яке з цих відчуттів сильніше. Смак солі чи це сморід тухлої риби? Ну давай, Сережа, тепер я попробую. Тільки, друзі, я сніму мікрофон, щоб швидко убіжати, якщо що. Зміркувань безпеки, да. Бо все ж таки апаратуру будеш апаратура спалювати. Очень. Да, Сережа, держи. Ну що, друзі? Я потримаю. О, до речі, я теж зап'ю. Зап'ю. З Богом. Спасибо вам, что вы были в моей жизни. Я боюсь из-за тебя. Да, я прожую. Я разумею, что якби цю передачу знімав тільки я,
Было бы не так весело, как с тобою. Там малой аккурат. Классная рыба. Рекомендую. Оля! Серег, мы, ну что, Серег? Мы потеряли одного. Расскажи ты. То есть. Насправді, я думаю, що Антона сьогодні врятувало тільки одне. Те, що ми ще з вчорашнього вечора домовилися, що ми сьогодні зранку нічого не їмо. Я зранку попив тільки кави. От. Але, як виявляється, я такий чорствий сухарь, що мене навіть ця риба не бере. Так, але ти, Антон, я бачу, що ти людина. Ти справжня жива людина. Так відкусі, що якщо тебе бере. Та нема питань. На біс. Давай, і я на біс. А давай на брудершафт. Давай на брудершафт. Ой. О, все, штали викидываем. Спалимо. Ну що, друзі? За вас. Смакота, смакоза. Бля. Ну что, давай, пока идет. Пока лук жив. Знаешь, она уже не такая солона. Хочешь попробовать? Не. Да. Ну что, Сережа, по факту. Что понравилось, что не понравилось? Ну, ты знаешь, я, может, зараз скажу непопулярную речь, але я думал, что будет гірше. Да? Угу. Но, дивлячись на тебя, я думаю, что это проблема в мне. Наверное. С рыбой все нормально. Нормально? Да. Да. У тебя справжня людская реакция на эту рыбу. А шведы, что не люди? Ну, я не знаю, шведы, мабуть, они шведы. Я... Может, у них теж иммунитет. На рыбу. Угу. В целом. Ты бачив шведів? Вони такі, такі, знаєш. Я насправді теж не бачив. Ну от і хорошо. По 10-бальній системі вонь какая? Я думаю, що однозначно на 10. А мені на 11. Ну, мені важко уявити, що смердить гірше, ніж ця риба. Ужас. Друзі, якщо ви решите купить вот это вот за такие деньги, посмотрите наше видео, и вы действительно откажетесь сразу же, потому что это издевательство над людьми, над рыбой, над кошельком, над всем. Вот сейчас я оператор выключит. И... Расскажи, сколько эта штука коштует? Февраль, эта штука очень вкусная. Вот такая вот, вот за такое вот вы заплатите 850 гривен. А по скидке досталось за 700. Ура! Це перемога. Это победа, мне кажется. Что, еще один? Не, хватит уже. Серега, как тебе на вкус рыба? Ты знаешь, дуже классно, что ты підготувався. Ты почитав, как правильно эту гидоту їсти, будемо казати, как она есть. Да. Якби ми їли просто так, то, мабуть, я б теж не вижив, як ти. Але от ось, от коли от така от краса з молоденькою картоплею, з окропчиком і з цибулі, то воно насправді, ну, не те, що перебиває цей сморід, але воно якось так от гармонійно поєднується. І, в принципі, можна. Можна, можна раз в житті спробувати, а може й два, я не знаю. Ну, ти сьогодні перший раз це зробив. Ещё хочешь? Я навіть не знаю.
Я от думаю, чи от доїсти мені цей шматочок, але я думаю, що я доїм, бо в мене є така от такий пунктик, я повинен закінчити те, що розпочав. Правильно. Приятного апетита. Бон апетит. Как говорится. Бон апетит. Как по мне. Ты поки будешь рассказывать, я буду наслуживаться. Ты кушай, наслаждайся. Очень, еще можешь водичку вот тут выпить. Очень вкусная. По мне. 11 из 10. Запах. Невозможно дышать, говорю в нос, потому что если я сейчас вдохну носом, все, мне капец. Первое. Второе. Если бы правильно Сергей сказал, если бы не было лука, картошки, сметаны и этого чудесного кваса с лавашом, мы бы не выжили. И оператор бы не выжил. И Ереванский квартал бы не выжил. Все не выжили. А так, в принципе, есть можно, но я не смог проглотить, потому что я очень, очень слабый на запахи. А так, друзья, что я вам хочу вообще сказать в общем? Серега, ну скажи, в принципе, ты знаешь, рыбу можно купить. Я чем больше я ем, тем больше она мне начинает подобаться. А я читал, что чем больше ешь, тем ты к ней привыкаешь. Но я скажу, друзья, если вы хотите поржать, посмеяться в веселой компании, покупайте стрёминг, открывайте, смейтесь, еще что-то делайте. Можете кушать, можете не кушать, но это было весело. Спасибо, Сергей. На счастье, мабуть. Ця риба не продається у нас в Україні. К щастю. Ну, можна заказати. Я можу вам контакти підказати. Спасибо. Свого дилера. Друзі, це не останній випуск, а тільки перший. Так, пілотний. Всім пока. Пока.